запускаю таймер на 3 часа. 3 часа будет дополнительно ИП. Это с лечом? Как корейский комментатор. Да, с лечом. Скажи, как мастер, блядь, все поймут. Ты хочешь меня как трахнуть, мастер. Я тебя сам трахну? Вот такой? Да-да-да. Ну, я, кстати, тоже часов до 11 буду, вот. Да. Нет. Да, но дело не в этом. Когда бабушка дома, она теперь всегда дома, она орёт на меня, когда я долго сижу с компом. Так я тихо и сижу. Ты что домашку делаешь? Я сегодня, кстати, не в школе была, а в институте, так что... Я еще не долетел. Я знаку даже тыкнуть не может. Холи Пауэр, говорю. Это было через 30 секунд. Спасибо. Бафом-то как? Я так же квест кидаю? Или помогай? Поводим, дайте касочку, пожалуйста. Привет тебе. Береги себя. Ух ты, а я что, салат танчу, что ли?
Неважно, каким будет исход. Для истории мы... Силы еще имеются. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Силы из нас. Я с рулем сейчас пока. Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца. Челкин с дролем, Хилл с Далином. У нас еще Хилл имеет сейчас на данный момент. Сейчас прилечу. Танкадру на подлете. Наш поход на цитадель ледяной коровы. Я курил. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Мордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по... Чем так много трэша-то? ...перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро... У меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Я никогда не буду служить тебе! В конце концов... Ну, треп, парни. Ну-ну-ну, танки, блядь, зачем так делать? Ну а зачем ты встал и сагрил? Я наверх заходил, чтобы вас похилить, блядь. Отверните. Ну разве не хилится? Где не хуёво хилится? Вперед не идите после трэша. Услышали все, вперед не идите. Где шаманы, кажется? Ну, стопом агрите трэш, у хилов нет маны, вы дальше идете куда-то, я не понимаю, что вы делаете. Они успеют отвязаться. Агрите. Не достаю слишком далеко.
везде. А если фласки не нужны, дашь припоты? Рыбка, не рыбка. Что там про замену спрашивали? Вайс хочет Вайс. Вайс. Я за сумму. Сейчас пайс. Я уже кинул. Турбо вроде поставил. Я где-то там в Грул Магиках ставил вчера и все. На этой, ну, на этом КД. Скучнее станьте. Скажешь, когда истерию Войд? Геру, может, не? Thank you.
Гачу. Ходи по. Шмот я, как напомните, за ГП полностью весь. А можно как-то за минимум забрать? Вот нас. Можно? Или мне еще есть? Хожу налево надо. На третий. Дай тому, кому нужнее. Кстати, там осколок был, ты турби отдал, нет? Что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить тот, его кто волю. Откажется... Полнина касочка по семье бафать. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Да, я захожу, загрузка не там. Исцеление на все классы. Сфера калыча. Бесовая тринка.
Возьми, пожалуйста, вестник. А 4 или 5 его? Пока только один там танк. Не вина. Я умер? Чьи это червяки? Чьи червяки? А. Половину касочку заберите по себе, пожалуйста. Так рыбу поставим, все там вдохла половина, все восполнится. Зачем? Какая пати слева, какая справа? Танки? Ну, я уже справа. Я
Берните только друг. Я так вижу, вам ложа вообще похуй, да? Говорит Будапешт, стоит пипол рейда. Сзади моб, блядь, заберите. Сопротивление, что я сделал? Что с ребра было-то? На ханта охуенно. Есть уже. Квеста, жаль, нету. На великану. Квест на чуму поможет быть.
Ну на чем ком постоянно, что ли, его вечный мир? Благодарю вас, пока вы не прибыли, силы были неравны. У меня на великана даже выполнено висит. Усмирителя небес. Мы будем... НПС. Пушечку можно танка, друг? Вам столько хилов все равно не надо. Его прыгают с корабля на корабль, как делается вообще? И он берет ранец и прыгает на тот. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Охрон, взлетаем. Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Ардету делать нечего! Ты скоро поймешь! Пехота! Сержанты! Ой! Не крути! Зачем РДшники перепрыгивают? Вот у вас 13 миликов, вам что, не залить трэш, что ли?
Да какой смысл? Там у нас заморожено сколько? Секунд 5. Пушка тухнет, начнет. Он вообще не багается. Зарисните, пожалуйста. Спасибо. А кто в ящик залез, интересно? Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. На ступеньках же бить будем, да? Короля Лича. Можно нового впоролить? Мой мальчик... На диск заберу, если никому не надо. Ой, ты чего ты мне говоришь про истерию? Безопасности в Городаре под защитой... Истерия кому? Его матери, когда она умирала, что пройду через темные порталы... Будапешту. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел. Да у меня своя автолада вкачана, она может кинуть не вовремя, просто ее прохерачить. Она аж с иступлением не стакается. Ротгейн закинул. Аурею. Ну я сейчас первый, при первых мобах. Котлас, может быть, заберешь его? У меня меткости мало. Чулан метка. Промахи.
нахуй ты забрал обратно? Ну, сдайте город, пожалуйста. На войде. Нет. Ну чувак, а то хреново хилит, если я не с ним, да? Не стою хилит. Друидовские меточки и запы. Не соберет. Ему для оранжевого посоха нужно Джайна убить. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Запы танкадру можно? Мне на оф. Никому еще на запы не нужны? У тебя 260-й стоят? Ну да, лучше там у кого фуфы лыжные вообще. Из тех, кто бьет. Ну серьезно, это я... Ты себе из Гера заберешь по приору, а они тебе нихера не дадут. Я просто думал паролить их, потому что никому не нужны. Я буду пешт. Но мне не жирю. Я паролил, я ролил чисто из-за того, что я думал никому не нужны. Мне они нужны, если они никому не нужны. Я не хочу их забрать. Я тебе просто говорю, что тебе не особо понта не дадут. Лучше отдай тому, кому они реально нужны. Это так, чисто я сказал, а там думай сам. Я нет, тебя я скоро знаю, догоню, Войд. Осталось забрать вторую тринку какую-нибудь нормальную. И ГГВ. Не. Я же говорю, я ролил, потому что думал, я никому не нужен. А дай лучше кому-нибудь тому, вот там, ДКшникам. Нахуй надо как лучше. Так забирай все. Если они ему не нужны, то забирай. Они уже егошние.
Ювейны. Нет. У гуманитариев сейчас приступ начнется. Прекрати. В смысле не играют, а я. Физик ящик. Доброй охоты. Да. Быть гуманитарием это не обязательно преподавать это. Ну, вообще на переводчика учился. Английский. Шаловливый. A little bit. Уже хуёво, блядь, скажем прямо. За неимением практики. Да. Да я ж оттуда пришел. Everybody, come нахуй. Вот это они понимали сразу. Это сагрил, блядь. Слежника здесь спать из танка. А никто не смотрел там на чумку, хвоста не было? Нет. На синдром. Прискорбно. Ah!
ловушки лопаем или убираем. Не-не, давайте мобол побьем. Поехи надо. Мне плечи надо. Кай. Ну ловите одну. Репа будет зато. А кому тут нужна репа? Блин, нужна репа. Еще нет. Да, бля, я думал, его лопнули. Слева пошли. Кулаки раздайте, паладина. Лут. Лут. Сколько стаков? Да. Давайте. Крест, уйди.
Магрит. Пока эта вторая мне не нужна есть. Дадите парсет, можно забрать? 10%, ага, ладно, пусть собирает. Забирает. Да. Пояса дали паладину, который Роман, вот этот Роман Сан. Я бы за 10% забрал бы. Котлас. За 10%. Ну ладно, не надо. Ну хотя заберу, давай. Не, я просто хочу другой спек одеть, не этот. Да, я здесь, чувак. Здравствуйте. Нету стамина бафа от крестов. Хорошо.
Я там мне сейчас живца поставил, починитесь кому надо, что потом. Дисконнект? Между нами океаны. Волейбол. Шон нах. Писю нюхай. Вы уроки сделали? Да-да. Я математичку вчера ебал. А меня скоро с работы уволят. Вот, это пан. Не сплел. По поводу квеста на профи. Надеюсь, математичка не 60 лет в очках всегда. Вот, это пан. По поводу квеста на профи. ТФК, да?